блядь, опять этот пидор! Отец! Уйди нахуй! Вы ждали этого, и это наконец-то случилось. Я собираюсь поиграть в Dawn of War 3. Как я просто пытаюсь как-то отсрочить этот момент, блядь. Шин, жизнь говно. Купил триумвират Ильдара, а у сратого аватара рядом меч отламывается, как у сраного Фиалдона. Ну это пиздец, чувак. Это... статуя императора. Какой-то высечена в какой-то хуйне. И вот эти вот балерина Марины. С тоненькими ножками, с тоненькими ручками, блядь. Какой же, блядь, должен быть ветер, чтобы космодесантника сдувать? Это ветер из моей жопы. Вот-вот, можно посмотреть примерно, как моя жопа выглядит, когда играю в Dawn of War. О тактических навыках Ордена Кровавых Воронов, блядь, можно судить по Марину, который с чейнсвордом кидается на Тардака Орчева, блядь. Ну, все понятно. Суицидальные, блядь, дебилы. Вот-вот-вот. Также примерно эта игра протыкает мою жопу. Варсхир, Колян Топоров, поприветствуем. Добрый вечер, господа и дамы. А ты чё, мне что-то сексуальный голос включил? А я такой... ...торской брони. Вот. Мне очень нравится... Блять, обратите внимание, что у него набедренная повязка с цепями, Колян. Вот ты сейчас посмотри на стрим, Коль, ты же инженер. Набедренная повязка с цепями, и ее цепи ветром колышет, блять. Цепи. Стальные, нахуй, ветром, блять, Коля. Это как, блять, происходит у него? Ну, учитывая, что мы видели, как Марина вздувает... Ну да, тут ветер на планете Сайпрус, это пиздец, я понял, это очень суровая хуйня, то есть вот цепи, знаешь, так это, аккуратно теребит цепи ветер, блядь, вот, вот да. Я понял, ладно. Стандартный железнобрюхий отряд, Коля, здесь есть железнобрюхий отряд. Это знаешь, как они, кого они так назвали? Это, блядь, отряд Deathwatch, они назвали железнобрюхим отрядом. Железнобрюхи за императора нашего, блядь, железнобрюхого. Что это, блядь? Кто это дерьмо переводился? Алло, Soft Club? А, да, увольте того пидора, который у вас занимается пруфридингом, он мудак. Да, извините. Железнобрюхи, ёпта. Железнобрюхи отряд, нахуй. Давайте, посылайте туда всех железнобрюхов. Стандартный варбос-гаргус. Стандартный варбос-гаргус, ты понимаешь? Они где-то стандартно лежат на полке, блядь. Если вы не найдете себе девушку и будете очень долго одиноким, то вот так будет выглядеть ваша правая рука. Большой особый, просто вот, блядь, это вдовесок к железнобрюхим, нахуй, вот он, воюй, блядь. Большой это же большой особый, блядь, ребята, нахуй, вызывайте орбитальную артиллерию. Стандартная красотка Маркана, блядь, что, блядь, что, нахуй, какая, блядь, красотка Маркана, ты что, охуели, что ли, совсем, блядь. Стандартная кроссовка, блядь, красотка, нахуй, Маркана, блядь. Маха! Маха! Ее Махой зовут, стандартный форсир Маха! Маха! Эй, Машка! Ёпта! Иди сюда! Чё там у тебя спирит стоуны свои кинь, блядь? Что там у нас нахуй показывает в арке? Хуе! Маха, блядь! Какая нахуй Маха? Ебланы! Она же Мака! Мака ее зовут, сука! Форсир Мака, блядь! А не Маха! А это что еще за хуйня, блядь? Какого хуя символ ультрамаринов Омега перевернутая на ебаном рейснайте? Что происходит, блядь? Иса. Что это, блядь, такое? Какого хуя тут символ, блядь? Нахуй, что это за хуйня, блядь? Какого хуя? Убесите. Он крутой. Ну, тоже ультрамариновский, я вам, блядь, показываю. Вот. Внимание, я в игру зашел второй раз. Я ничего не менял, ничего не трогал. Я вот здесь вообще в первый раз вот в отделе, блядь, видный пацан. Какая нахуй? Обычная игра. Ознакомьтесь, смотрите. Ах, это воркшоп они так перевели, блядь. Steam Workshop, воркшоп. Ну, обычная игра. Ну, обычная игра. Просто хуйня. Ебать. Ультрамарины, Крауворны, черные тамплиеры. Черные тамплиеры. Императорские кулаки, блядь. Вот они нахуй. Страж воронов. Рейвенгарды. Блядь. Страж воронов. Страж воронов, он воронов. Лорды Соколы, Вестники Войны, Тигры Серебро. Тигры Серебро, господи, что это? Тигры Серебро, блядь. Запногин, блядь. Я, знаешь, каждый раз, когда будут кому-нибудь давать пизды, я буду в конце говорить Запногин. Маха, блядь. Железнобрюхий отряд. Туда железнобрюхий отряд, блядь, посылайте. Можно я вам вайф верну, который вы мне купили? Можно я не буду в это играть? Пожалуйста, блядь. Сущий.
Нихуй не увижу. А видящий мага? Мага, она колдует сейчас, блядь, молния! Да, видящий мага, это да. Мага не есть. Мага, Мага предвидит за хуйня! Слонеш, хуешь, там жопа, оп-оп-оп-оп-оп, и все нормально будет, да? Большой особый, нет, красотка, блядь, марконавт, как тебе нахуй вот это, блядь, кроссовка, марконавт, блядь. Кроссовка. Мага с искусственного рынка мах очкала. Блядь, 100 рублей этому парню. И вот они, суровые вороны, которые, у них сварные шлемы вот эти вот в гараже, блядь, у маги сварили. Там швы такие у них. На миньках я такого не видел, но это ничего, блядь. Ебать, какой ты, блядь, ты что ел-то, блядь? Братья, вперед убивать! А может быть он надувной? У меня начинает, знаешь, у меня начинает появляться мысль, что он надувной на самом деле, потому что у него цепь-то от ветра, блядь, колышется. Может, он реально резиновый просто этот, блядь, магистр. Кровавые голуби, блядь. Саруки кровавые. О! Вот чем мне она и не понравилась. Блядь, как же он бегает, господи. Бегает он, да, он пиздец. Он, ну, как будто штаны насрал. Он силовые штаны обосрал, у него силовой запор, блядь. То есть, на самом деле, Габриэль Энджелес урод, блядь, которого в броню просто не снимает, потому что он его нахуй братья застрелит, если он по крепости будет ходить. 1505, еще один рекорд. Ну-ка, давай. Я смотрю. А, на бег его, Ангелоса, блядь. Я не могу. Блядь, не говори про это. Я пытаюсь не обоссаться в эфире, понимаешь? Я, блядь, не хочу прерывать эфир, бежать ссать, блядь. Я очень хочу писать, когда я на это смотрю, блядь. Блядь, давайте ближе подойдем сейчас. Я хочу прям на орков, блядь. Я не могу, да? Год-сплиттер, блядь, давай, год-сплиттер, давай, прыгай. Хуя, вот это да, блядь, вот он нахуй. Пиу, знаешь, мне каждый раз, я вот, когда вижу, как прыгает Габриэль Энджелес, у меня, знаешь, звук из Марио. Пиу, ту-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 ту. О, на нахуй. Смотри, сейчас сальтуху на месте, на нахуй. Ваш, блядь. Ёбаная клоунада, блядь. Господи. Блять, император, прости нас, мы все проебали, блять. На нахуй. Я, блять, мне нравится делать, смотри. Ой, блять, я могу вызывает, выставляет. Этот перевод, блять, выставляет посадочную капсулу, выставляет, блять, ну на стол это логично, блять. Быщ, блять. Господи, а я веселый десантник, нихуя себе, смотри, как бегает, блядь, тынь-тынь-тынь-тынь. Ну-ка, давай. Сейчас на аптечку мы слетаем вот так вот. Там горы, зачем типа, зарплатка. Зачем свой вчерашний раскрас? Он как нельзя лучше подходит для сегодняшнего стрима. Войска ангара. Ангарные войска приготовятся к штурму, сука. Как у одного обзорщика тут мы слышали Солялия, который я тут говорю. Солялия. Рыцарь Солялия. Имперский рыцарь Солялия. А чё такая музыка загадочная? Ну, блядь, чё, опять что-то пизданул. Мне нравится, как охуительно кидают эти дроп-поды свои, блядь, мары, все ломая к хуям, блядь. Идиоты, блядь. Я шучу, я на самом деле знаю, что это орчий корабль упал, просто я... Ангелос опять один остался, потому что другие не умеют прыгать. Несмотря на то, что они в обычной броне. Серьезно, я могу вечно это дерьмо делать. А как, блядь... Орочи дроп-поды, да, вот это, вот эти куски говна, это типа орочи дроп-поды. Я понял. У орков теперь есть дроп-поды, блядь. Дредноут, шагатель, ближний бой. Пехота ближнего боя. Ну вот, блядь, где кнопка паузы, блядь, я должен просто... Убегать! Блядь, он, главное, он с одной скоростью бегает, неважно, что... Давай, блядь, давай, прыгни на банки, блядь, вот так вот, нахуй. Банкам, естественно, плевать абсолютно. Блять! Я его, мать, я проебал. Господи, блять, какое же говно. Откликнуться его. В смысле, посмел, он, блять, магистр ордена Астартес, хули, посмел, он что хочет, то и делает, блять. Че, сначала, что ли, это говно проходить? Вы что, охуели, что ли? Да, блять, какого хуя вообще? Ебаный, нахуй я поставил тяжелый уровень. А потом играть и начинает трахать в жопу очень сурово. Ну, примерно так же, как этот, форсир мага. Эй, пойдем ко мне, я тебе покажу, что мы делаем, да? Здорово. Пожалуйста,
Так. Или это говно? Не сохраняй запись. Это же полный звездец. Полный пиздец. Мультяшная хуета с тренархом акробатом. Как может такое существовать в принципе? Не говори. Императорские кулаки, блять. Император. Где-то один Дорн плачет вместе со своими вата-комьюнити. Ненависть. Магистр Ордена Космодесанта, ну как бы они, знаешь... способны командовать, блядь, захватом целого сектора галактического, да, то есть вот в одиночку, блядь. Ну, командовать, ты понимаешь, что у них там мышление на уровне, блядь, кагитатора. А этот такой фланг, блядь, какая хуй разница, мы ж кровавый ворон, допис, да нам лишь, блядь, артефактов напиздить. Вообще похуям все. I'm on my way, я. Та-дан-т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 а-дан. Блять, вот бы сейчас императорских кулаков нам прислали на помощь, да? И эту красотку марконавта еще тоже. Бля, пиздец, тут гроты в рукопашную кидаются на маров. И не убегают в ужасе. Зачем вам болтеры, цепные мечи, молоты, силовые брони, когда у тебя есть КМС по прыжкам в высоту, блядь? Вот я тоже думаю, блядь. Ну чё, как вам стремец, ребята? Вы довольны, блядь? Вы этого, сука, хотели, да? Вы рады, блядь? Вы счастливы? Вы довольны тем, что вы сделали со мной, блядь? Моя психика никогда не будет прежней, блядь. Только я красивую девушку встретил. Всё, пиздец. И всё, блядь, и пиздец. Теперь будут слюни пускать и срать под себя, блядь. Удали эту хуйню, ради бога, императора. У казарм можно лечить героев, а копеечки имеют бонус против конных юнитов. Господи, как я люблю это комьюнити, блядь. Тут просто... Что там? Гаврюша очень болен. При рождении он сделал сальтуху в Терраарморе и упал на бэк, повредив мозг. Он не различает фланг и тыл. И очень слабый иммунитет, из-за чего ему приходится ходить на дувном примарке. Пожалуйста, скиньте деньги на лечение его опекуну Шону, королю мира по нитке, мы соберем на удаление этой хуйни. Да, это пиздец. Три стрима. Ура, блядь, пишет Юрген. Да, кто-то рад, блядь. Шон, не хочешь вести донат на 25к на отмену еще с двух стримов по этому говну? Ну подождите, я обещал, я держу свое слово, блядь, ребята. Насколько мне не хотелось этого делать, я буду в это играть, блядь. А потом стрим по первому доу и сравним, на самом деле. Я чувствую, что я начну хвалить, блядь, первый дом. Давай. Че, не можешь допрыгнуть, что ты дурак, блядь? Никто тебя не оставит. Конечно, ты же надувной, ёпта. У тебя ни души, ни мозга, блядь. Пиздец, так. Я надеюсь, ты пройдешь кампанию до конца. Ну я попробую. Абадон разоритель в секшопе. Я недоволен новым домом и результатами последнего похода. У вас есть надувной Гибриэль Ангелус? Да. Ангелус чувствует себя в терминаторской броне лучше, чем Абадон разоритель. У Черного легиона отвисла челюсть. Да какой там, блядь, не все примархи, ну то есть, ну не все примархи одной рукой дрались молотками, блядь. А тут, знаете ли, блядь, Энджел с одной рукой, как нехуй делать. Он, его, чтобы не забывать, как его зовут, периодически говорит тут. Янкур, это все напоминает, что он король, блядь, а это напоминает, что его Габриэль зовут. Нет, ты, блядь, надувная кукла из секшопа, которую Демонхост, блядь, обкончал, и ты, блядь, заговорил, сука. Верно, отбрасывает врагов, чистый урон, видишь, там написано, чистый урон, блядь. Так, сейчас, погодите, я сделаю. Вы, блядь, не знаете, с кем вы связь. Смотрите, что я умею. Пэл! Так, блядь, ладно, начинаем. Дредак, Топтыш я предлагаю его называть. Давайте его Топтышем просто. Пэл! Извини, Колян, я теперь, блядь, я всегда так буду делать, блядь, теперь, когда каждый раз кавычка прыгает. Сука! Блядь, слушай, это я, мне кажется, после смерти. Вот этот дред, он каждый раз, когда в них улетает, такой... Дубина! Уебу! Так... У вас, блядь. Габриэль, блядь, самое время сделать... Пэу! Габриэль, блядь, Габриэль, нахуй! Слышь, завязывай со своей хуйней, Габриэль. Пора, блядь, пора... Прыг-прыг, блядь, дреда убили, вот же пидор. Габриэль, давай, ты сможешь дредака завалить прыжком? Я в тебя верю, смотри. Пэу! Бащ, нет, не... Часть всего, да. ПС, она тут... Здорово. Слушай, я не знаю, она тут есть... Бля, я погиб!